Итак, детский портрет, одетый уже в раму. И через несколько минут придет папа этой девочки забирать портрет на подарок своей 5-летней любимой дочурке. Ну, я вам скажу, что если я вот в таком импрессионизме присутствовала накануне этого портрета, вот в таком, или вот Париж, то сразу после вот такого свободного потока творческого, где ничто тебя не сдерживает, краска, ты, мастихин, холст и вот какой-то масса вдохновения, то здесь я окунулась в заказ портрета 5-летней девочки, и мне надо было уйти с головой вот в такой вот реализм, где тон очень нежно переходит один тон в другой, где детское лицо, нельзя его перегрузить какими-то анатомическими подробностями, и вместе с тем, чтобы это было именно девочка 5 лет, а не 10 или 12. И чаще всего ошибка портретистов — это когда рисуют ребенка, а получается взрослый совершенно портрет. Но я думаю, что меня не постигла эта участь, и портрет получился, на мой взгляд, я ему отдала много своих сил, своего зрения, вот, своего умения. На мой взгляд, портрет получился замечательный, скажем так, мягко. Сейчас он одет в раму, расставлены последние штрихи, и я пройдусь по живописи. Вот по живописи портрета я пройдусь углубленно. Некоторые говорят: чего вы бежите по портрету, мол, отойдите и смотрите на него. Но я скажу, что мне самой интересно вот ходить по этим мазкам, по штрихам, по глазам, по вот этим каким-то линиям. Вот мне это нравится. Да, еще я хочу сказать, что картина написана густыми красками, очень густо. И текстура фона такая. На фотографии девочка с вот такой любимой игрушкой. И на заднем плане у нее там были какие-то бумажные цветулики. Я их нарисовала, от них оттолкнулась. И уже эту часть холста заполняла уже по-своему, вот своими такими живыми цветами. Получилось, что девочка находится в таком весеннем саду, полном цветов. И я вначале хотела сделать просто белые такие цветочки, а потом подумала, что для 5-летней девочки это очень романтично, а детский портрет любит цвет, поэтому я тут рисовала фон открытым цветом, вот, чтобы было все чисто, ярко и нарядно, как и бывает в детстве. Ну вот еще раз я наезжаю камерой на глазки. Вот тут, видите, прописка какая. Вот на челочке и на бровках реснички. Вот тут вот прописка на волосах. Я постаралась сделать такой как бы светлорусый волос. Девочка такая светлорусая. Ну и оттеночный такой вот тон здесь присутствует. Ну, размер 40/50 холстра и рама вот такая подобрана. Ну, я думаю, портрет — замечательный подарок. На этом пока, дорогие друзья.